Хочу рассказать о выкладке Махабхараты. У нас нету постоянной работы над сильными постами. Ну, мы делаем хорошие посты, но мы не делаем те, которые будут заведомо выигрышные. Вот. На примере группы Махабхарата. В поиск я вбил точку PDF. И поиск показывает, собственно, те PDF-файлы, что ранее нами выкладывались. Они все распадаются на три группы. Ну, даже на четыре, но четвертая настолько маленькая, что ей можно пренебречь. Вот, например, диспут о целях. Это перевод не Смирнова и нет литпамятневский перевод. То есть это еще один перевод современный нашего, скажем так, читателя. Вот. Но вообще переводы у нас трех видов. Значит, перевод Смирнова, перевод литпамятников и вторичная литература. Вот, значит, Гусева, хотя сама она в дальнейшем стала стрёмной, ну, то есть, как бы, это такая уже на грани, вторичная литература на грани, вот, но тем не менее, вот, ее узнают. Вот, Гусева выложена дважды. На самом деле, является ошибкой выкладывать часто одну и ту же книгу, это ошибка. Ну да ладно. А вот это все, вот эти современные переводы. И вот мы дошли до того, что сканировалось специально по моей просьбе в иностранке. И надо проверить вообще, что из этого выложено. Что еще можно было бы выложить, что нужно дозаказать на сканирование, то есть сканируют книги через полгода, через год, то есть это надо заранее сильно все планировать. Вот, тут мы видим, что, например, 10-я книга выкладывалась мною. Ага, значит, вот вторичная литература, даже репостом из общества, да? Какие-то книги я, ну, то есть, так как основная наша группа это общество, то какие-то книги я укладывал сперва там, а сюда уже репостил. Вот, что мы тут видим? Вот, вторичная литература, традиционное оружие Индии. А вот, значит, вот Нелли сделала подборку из раз, два, три, в общем, первых шести книг. То есть за раз все тома Махабхараты выложить мы не можем, но за два поста, допустим, мы можем. То есть половина лет памятников. Часть первая есть, а части второй нету. Кто сделает вторую часть? Ее нужно сделать. Вот эти тома были по отдельности, тут ранее выкладываемые мною. Вот Смирнов. Вот Смирнов. У нас есть отличные, такие сканы, которых в интернете нету. Не иностранка, но Анастасия нам прислала. Вот их тоже надо выкладывать. Их тоже надо выкладывать. Вот. По отдельности получается. Вот мы, вот вторичная литература. Вот по отдельности мы отдельные литпамятники выкладывали, а вместе вторую пачку так и не опубликовали. Кто будет вести эту линию? Для меня это важный вопрос. Он постоянно куда-то теряется. Постоянно. Вот. Значит, ну вот мы выяснили, что значит, мы хотим проверить, а что вообще есть по Махабхарате на иностранке. Сейчас иностранка наш основной поставщик книг Махабхарата. Так, ну что ты забарахлил-то, родной? Значит, сайт иностранки. Ну, работай. Махабхарата. Ты родная. Что ж тебе не нравится-то? Ну ладно, в каталоге. Сломался поиск. Как чудно. Не правда ли? Так. Махакар только сломался. Вообще сломался. В общем, тут можно найти. Например, вот я знаю, что там есть книга «Сожжение змей», которые уже отсканированы. То есть ранее мы уже подавали заявку, она отсканирована. Но этот
скан еще нужно выкачать вручную, пролистав книгу, и потом собрать в виде PDF. Вот. И в Телеграме у нас есть отдельный чат, который называется, значит, даже два чата. Это называется иностранка выдача заказов и иностранка подача заказов. Так вот, то есть, вот у нас есть книги, вот мы их скачиваем, собственно, и выкладываем, да? Вот. Иностранка подача заказов. Вот, например, я прошу собрать восточную поэтику. У нас на сборке находится только Наталья. Наталья не так работает. У нее огромный объем всяких заданий. Да? То есть надо было иметь человека, который умеет собирать уже отсканированные книги иностранки. Вот. То есть тут я прошу, а там мы выдаем, да, то есть как бы вот последние просьбы, они до сих пор не обработаны, то есть прошло где-то полгода, где-то год, где-то два с какими-то книгами, и они еще до сих пор не обработаны, вот. То есть по той же иностранке, например, вот я проверил вот это самое сожжение змей, я вижу, что не собирался эта книга, хотя это вполне достойный представитель именно вторичной литературы. Вот. И в связи с этим я обращаюсь с просьбой, кто будет выкладывать Махабхарату в частности, интересные книги в целом в общество ревнителей санскрита.